Депутаты Акуловской думы сегодня приняли отставку теперь уже бывшего главы Сергея Кузьмина. Он написал заявление об уходе, сославшись на разногласия с правительством региона. Губернатор Андрей Никитин в декабре высказал недовольство работой районной власти из-за срыва срока начала строительства детсада. А в Великом Новгороде строительство детских садов пока идет по графику. Ближе всего к красной ленточке объект в Вывушках. Сегодня там побывал мэр города Сергей Бусурин. Территория возле школы номер 36 в микрорайоне Ивушки ограждена высоким синим забором. Уже к 1 октября на этом самом месте должен появиться детский сад на 190 ребятишек. Мэр Сергей Бусурин взял это дело под личный контроль и сегодня заглянул в гости на стройплощадку. Работа идет полным ходом. Почти готова площадка для заливки бетона. Основание подготовлено, щебеночное покрытие, 10 сантиметров стяжка, для того, чтобы можно было спокойно уже заниматься формированием плиты, которая будет толщиной 400 миллиметров. А вот в микрорайоне Псковский подготовка к строительству началась на несколько недель позже. Документы на строительство подрядчик получил только 25 декабря. Но зря время строители не теряют и здесь. За новогодние праздники успели, что называется, обработать территорию и начать подготовку. Территория была освобождена от лесных насаждений. В принципе, трудностей никаких не вызвало. Мы сразу смогли загнать сюда технику необходимую и начать работу. Сейчас на строительстве детского сада задействован один экскаватор, 4 специальных автомобиля для завоза песка и дорожных плит и 12 рабочих. Подрядчик говорит, что со сроками справятся, хотя сложности все-таки возникают. Например, сам проект строительства родом с юга. Изначально его создавали для Ростова-на-Дону. А там, само собой, совсем другие условия. Конечно, приспособить этот проект для наших погодных условий гораздо труднее. Сейчас за моей спиной экскаватор роет котлованы, и пока что ему это удается всего лишь на 70% от необходимой глубины. Земля промерзла и покрыта снегом. Копать на 100% смогут после согласования со специалистами, чтобы не повредить так называемый узел утепления. Отставать от своих коллег и из других строительных организаций не планируют. Уже осенью на территории Великого Новгорода должно появиться сразу 3 новых детских сада. Серафима Карша, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидения.